Здравствуйте, мои дорогие друзья. Ну что, снег растаял, и тюльпаны чувствуют себя, как будто бы не было зимы. Я думала, уже все. А они прекрасно пришли в себя, выглядят самым наилучшим образом. Зашла черемша, набирают бутончики нарциссы, поют птички. Жизнь в моем саду прекрасна и безмятежна. А как же крокусики? Они чувствуют себя просто замечательно. Свеженькие, бодренькие. И даже фритиллярия, которая оказалась безнадежно замерзшей, отошла, блестит и сияет. Отрастает моя розочка, самая несчастная. Мистик Раффлс, мистические кружева. Обрезать я это все буду, когда потеплеет, сейчас прохладно. Мне просто некомфортно будет работать. Лучше цветочками полюбуюсь. Все прекрасное, сияющее, живое, бодрое, как будто бы не было зимы, как будто бы не было ни погоды какой-то экстремальной. Все просто чудесно. Вот такая прекрасная картина. Я желаю, чтобы мы все невзгоды, все напасти переживали так же столько, как эти цветочки. Вчера снег, а сегодня выглянуло солнышко. И какая красота, какая прелесть. Все хорошо, все живет, все цветет, жизнь продолжается. Если у кого-то минутка грусти или уныния, посмотрите мои видео в снегах, посмотрите мое сегодняшнее видео и поймите, что все плохое проходит. Солнышко всегда выйдет, улыбнется, хорошее наступит. И я думаю, что впереди нас ждет много хорошего. Будем на это надеяться. Всем всего самого лучшего, самого хорошего, солнышка, цветов, здоровья, покоя и счастья.